российский президент Владимир Путин не появлялся на публике уже почти неделю. И последний раз журналисты видели его 5 марта во время встречи с премьер-министром Италии Маттео Ренци. Напомним, ранее информагентство Рейтер, ссылаясь на источник правительства Казахстана, сообщило, что встреча президентов России, Беларуси и Казахстана, запланированная на 12-13 марта, отменена и, вероятно, из-за того, что Путин заболел, сказал собеседник агентства. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что предположение о болезни Путина – это слухи, связанные с весенним обострением. И также отметим, что Путин не принимал участие в заседании Совета безопасности России 11 марта и в заседании ФСБ. А какие причины заставляют Путина прятаться от публики, спросим у российского активиста Евгения Левковича. Он с нами на связи. Евгений, добрый день. Добрый день. Евгений, вот какие же версии отсутствия Путина на публике рассматривают сейчас в Москве, в России, возможно, вот ваши коллеги, вот о чем говорят? Ну, самые разнообразные, конечно. Начиная от того, что отравлен, умер и так далее, заканчивая то, что он просто лег на пластическую операцию. Ну вот СМИ говорят, что Путин болен, и есть какие-либо подтверждения вот этой версии, по крайней мере, возможно, вот среди вашего окружения? Никаких подтверждений, конечно, этому нет и быть не может. Путин всегда был крайне закрытой фигурой. Вся его политика как раз, собственно, отличается полной закрытостью, предоставлением информации уже по факту. Вот. Но, честно говоря, лично меня удивляет, расстраивает и печалит сильно вообще сам факт этого обсуждения. Потому что у меня такое ощущение, что мы обсуждаем какое-то божество уже. Да? Я хочу сказать, что бы с Владимиром Владимировичем не случилось, к сожалению, в России вряд ли что-то изменится от одной персоны, от отсутствия одной персоны, к сожалению. Вот. А обсуждение, которое поднимается, то есть это очередное доказательство, что мы сами сакрализируем российскую власть вот, ну, на уровне каких-то вообще времен темной монархии какой-то совершенно. Да, потому что, ну, понятное дело, что да, интересно, конечно, где находится президент, если он там неделю не появляется, но мне кажется, что, конечно, он жив-здоров, ничего особо там страшного с ним нету, может, какую-то травму получил, еще что-то. Но суть не в этом, еще раз говорю. Просто само обсуждение, ну, по крайней мере, здесь, в Москве, этого вопроса, оно наводит на мысль, что мы абсолютно не готовы вообще жить без власти, без царя. Это ужасно. Ужасно. Сами невольно возводите в культ личности, да? Я правильно понимаю ваше мнение на этот счет? Да, конечно. Я вообще считаю, что, в принципе, большего...